Здравствуйте, мальчишки, трепышки, девчонки, крольчонки. У микрофона Олег Иванов. Сейчас я иду с магазином, купил яички с хлебушком. У меня пост также с мамой продолжается. Сегодня будет у меня фотосессия ночная в начале, утренняя будет во вторник. Мы поделим это на несколько этапов, фотосессию. Сейчас будет очень, полагаю, интересный контент. Ждите. В данный момент у меня пока что идет подготовительный период. Собираю реквизит, анализирую что-то как. И вот уже после этого непосредственно поедем на сборы. Поеду заберу девчонок и потом поедем по локациям. Пост. Все, друзья, реквизит в машине готов. Стул, ковер, все различные барахло, ну и, конечно же, стремянка. Вы задаетесь, наверное, вопросом, для чего мне нужна стремянка, а вы это потом все сами увидите. Не получилось даже с первой попытки закрыть. Чуть дальше надо будет подвинуть. Ребята опаздывают, но мы их ждем, надеемся, что они придут. Идут эти всадники апокалипсиса. Опаздывают на 17 минут, но они идут. Они здесь. Ура! Полная луна, как на вторую неделю съемки, когда мы снимали. Ну, слова наставления, друзья. Мы этот... не на Мальдивах, ребята, нас обманули. Мы на Мальдивы. Я хочу поехать. Этот. Ребят, хочу выразить вам большую благодарность, то, что вы решили поучаствовать в этой съемке. Спасибо вам. Надеюсь, что мы преисполнимся большого опыта, знания, насладимся этим процессом. Через дерни, камыши к звездам пройдем. Поэтому, ребятки, вы у нас блистательные фэшн-модели. От вас требуется максимально изысканности, кайфа. Ну, мне кажется, это вообще суперский процесс, знаете, вот на хуторском нашем уровне, хуторском уровне какие-то подобные фотосессии мутить, вы поэтому... Заплатите? Даня заплатит, да, Даня? Нет. Все, погнали. А это... Я видела, он там лежал. В смысле? Стой. А, нет, он все в кармане. Я испугалась. Так, включайте фонарик. Знаете, такой жуткой музыки не хватает какой-то. Осторожно. Так, этот... Даня, наш оруженосец... Блин, где вспышка? Оруженосец Даня помогает нам. Не-не, она, по идее, не должна слететь. Она что у меня? Опа! А ты постарайся ее на бок. И она у тебя не как это... Как у таксиста. Этот. Я в Париже. Первая, пока фотография. Мы пока сейчас только начинаем. Короче, мои... Сейчас, дети, мои позировки. Видите, вот какой трэш я вытворял дома? Вот так вот позировать приходилось мне. Вот так вот. Так, такова она профессия фотографа. Это мой видеовлог. Даня, привет. Все, ребята. Я не вижу. Да. Вот, идем на следующее место. Ветра дует, немножко покапал дождик, звездное небо, красавицы девочки, красавчик Данила. Мы дуралеем. Что-то пытаются делать. Короче, сейчас мы тут начинаем мутить, у нас новая фотосессия. Ау! Да, смело можем ставить. Я все-таки с учетом того, что холодно, ветер, девочки, я не буду вот эту сейчас стремянкой мутить тему. Вот эту вторую, которая есть, там вот вперед, вот так вот.
Короче, девочкам холодно. Мы сейчас едем на другую локацию. Как вы, девочки, держитесь? Полнолуние тут. Не, разницы особо нет здесь. Я как человек, который здесь раза три уже гулял, все изучал вдоль и поперек. Фэшн модели тут. Теперь я сам несу реквизит. Шхутер погрузился во тьму. А мы с промтом решили еще одно место захватить для фотосессии. Что получится, приколдесно. Я, кстати, тоже думал над этим местом, как здесь можно его обыграть. Ну, есть мысль. Смотрите, становитесь тогда. Ага, нет, не надо, не становитесь. Всем привет. Наш видеовлог. Что же тут происходит? Нас происходят суперсъемки. Я знаю. Надеваем перчатку. Так, ну достаточно. Все, девочки, пойдемте в другую локацию. Ну что, друзья, вы как вы? Педалашки все замерзли. Даня, ты как там? Да, нормально. Нормально, там в телефоне ковыряться. Все, мы сейчас едем на другую локацию, пока закрываемся, согреваемся и отправляемся в путь. Всем привет, это наш видеоблог. Стелла, ты где? Я не общаюсь. Мы едем в соседнее село. Да? Ой. Итак, да, сегодня мы сдаем экзамен. Это наш водила. 40. 40? Что это значит? 40 лет. Олег погубил 40 человек. Хорошо. А это что? А это булки. А это? Вы сказали, мы на школе будем. Это фотка взята, надо как Майкл Джексон. Быстрей. Надумай. Хломаю второй раз. Так, обзор, что у нас стынишься. Человек в ковре. В ковре, человек в стуле и человек в пакете. Лена, я стал фэшн. Ребята, фоткаю. Берем фонарики и ни слова по-русски. Поняли? Поняли. Ну, если что, это ссылка на Call of Duty. Я вас снимаю. Ребята, мы находимся в каком-то непонятном месте. Нас сюда засунули. Я... Что? Я в шоке. Что там можно? Знаешь, как в GTA? Девушки там в GTA ходят. А, вот это да. Все, фоткайте. Давай. Я фото. Давай, я фото. Раз, ракурс. Давайте. Ага. Так, дайте позируйте улыбку. Ага. Это Олег. Это Ксюша, это Стелла, это Даня, а это Олег. Олег? Олег. Смотри, да. Шиклоси, фонарик не нужен. Шиклоси. Почему вы так уделали, типа фонариком сидите? Ага. Я так держал. О, ништяк. Всем привет, ребята, мы идем домой. Наконец-то. А фотик. Давай фотик, давай. Опа. Все. До завтра, девочки, на связи. The next day. Итак, мальчишки-крепышки, к съемке готовы утренней. Машина прогревается. Сейчас поеду забирать девочек. Стоп, подожди, они это. Мы теперь ждем Филю, да? Ну всего лишь. Всем доброго утра суток.
утро суток. Мы опять едем, нас куда-то опять тащат. Стелла, покажись. Ну, спасибо тебе большое, что откликнулся. Филипп, ручкой помаши. Мы опять едем куда-то. Нас везут. Мы не знаем, куда. Ну, нет, мы знаем, но мы не знаем. Вот они, фэшн-модели. Стелла, покажи свои кроксы. Не, и все же хорошо, что мы сейчас приехали утром фотографироваться. Погода вышеганская, безоблачная, солнышко. Вообще, пиштяк. Как мы отважились вчера на ночную съемку, я, блин, у меня нет слов. Опа, опа, опа. Профессиональное переодевание. Филя, как всегда, готов. Ты как из фильма «Команда» Шварценеггера вот так сейчас базуку поставишь на себя. Представляешь, Филя, я около месяца готовился к этой фотосессии. Ходил здесь как дурак в одиночку, все фоткал, искал подходящие места. И вот уже по щелчку пальца все вот организовывается. Не знаю, как тебе фотосессия? Нормально. Лишь бы побыстрее отпустили. А вот и он, вот этот мостик, на котором будет сейчас Fashion Profession. Девчонки переодеваются. Я здесь, вот тут. Окей, мат. С одной локацией мы закончили. Филя, давай поджимай, дружище. Идем на другую локацию. Лодки шмут. Все сюда, друзья. Все сюда. Мы идем к деревцу, сейчас нам надо будет его, где птички летят, украшать. Как настрой, что такое, Стел? А? Все нормально? Да, дерево. А? Дерево. А, дерево. Ясно. Ага. Вот такую красоту мы сделали. Не до конца, конечно, верхушку доделали. Мы просто будем посерединке снимать, фотографировать. Погнали. Thank you.
Мы теперь едем на еще другую локацию. Это оставим светлую память. Погнали! Девочки замученные в горку подымались. Бедняжечки. Понимаю, понимаю. Ну, надо потерпеть, солнышки. Красота требует чего? Нет, булочки с луком и с этим, и с яичком. Это 0,5, если что. Так, вот мы идем. Там Олег. Мы стоим вот так. Саша, глянь, где мы на пирамидке. Мяу. Вот так вот. Такая вот тут красота. Очень давно тут не было, прям жесть. Я тоже. Передай, как твои эмоции сегодня? Я устала. Я тоже. Мы все устали. Ну, мы все живем. Всем пока. Чпух. А теперь... Не снимал? Егелий. О, какая. Все? Постой, сыночка. Вот это два человека. Уже. Обстань. Здесь вот так не кукошьте, а побольше вот этот пластик. И туда не уходи. Вот по центре, вот где центр стоит, там, вот там вот танцуйте, вот так, попрыгайте, вот так. Руками, ногами пожестикулируйте. Я полуостровку нажал. А? А полуостровку сейчас. Полуостровка куда вся закончилась или когда? Полуостровку так что. А, все нормально. Так, ребята, мы идем. Мы забираем свои вещи. Вот мы и пришли на место. Наконец-то нормальная дорога для каблуков. Вон, у нас даже ковер есть. Вот такой ковер. Получается, девочки оттирают туфельки. Сапожечки. Подожди, я когда вас окажу, то я Ребята, всем пока. А пакет это ваш, Олег? Всем привет! Мы идем домой. Мы отмучились 5 часов, ребята. Это было... Это было жесть как сильно. Это было прям... Это была... Это жесть. Не знаю. Это, короче, было жесть. Мы справились. Фитка тоже вот идет еле как. Ноги просто отказываются. Да. Победа! Мы это сделали, ребятки. Мы смогли. Ура! Ребята, мы идем. Это наш мега прикид. Их фоток не ждите ни от меня, ни от Ксюши. Мне этого хватило на, я не знаю, на миллион лет вперед. Потому что
Я даже в Краснодаре настолько так долго не фоткалась, как фоткалась тут, честно слово. На свадьбе можно пофоткать. На свадьбе ладно. Но там спонтанные фотки. Ну там это, там вообще не надо будет. А тут это, ну сложно, ребята, сложно, очень сложно. Вам идет виновник этого. Нашего торжества. Да. Всего нашего. Я уже хожу. Это у нас наш прощальный видео. А сколько она находится? Да? Так, Стелла, первая. Где ты? Как тебе совет? А если бы неудобные каблуки, то было бы все очень шикарно. А так из-за них очень сильно болит нога прям. Жиза, мне все понравилось, фотки будут супер, но каблуки... Фу. Филя. Филя. Мне это все понравилось, мне бы еще больше понравилось, если бы мне предупредить, что будет через 5 часов, я бы покушал перед тем, как мы сюда поедем. Ну а что ты не покушала? Это твои проблемы, а ваши впечатления? Кайф. Это кайф. Это супер. Это просто вау. Все, девочки, спасибо вам большое. Пока-пока. Сухо. Пока-пока. Филя. Что такое? Ова. Дружище, спасибо тебе огромное. Очень нас выручил. Родина тебя не забудет. Спасибо. Продолжай дальше жечь костер. Всем привет от меня. И до свидания. И до свидания. Все, ребята, фотосессия закончилась. Около месяца готовился к ней. За 2 дня все это осуществили, сняли, сфотографировали. И остался теперь постпродакшн. Все это нужно мне красиво закрашивать, ретушировать. Ну и прочую килиберту делать. Безусловно, есть ошибки. Есть ряд неудач, которые я допустил, просчеты. Ну, я буду их анализировать. За счет предыдущих своих ошибок я не допускал их в этой фотосессии. За счет этой фотосессии в дальнейшем не буду допускать других ошибок. И так по чуть-чуть буду накапливать и приумножать положительный результат. В Ростовский колледж культуры спустя много-много лет. Тот самый. Старые лесенки, пролеты. Если в ту сторону так идти. Ребята. Родная гавань. Да, Степа? Скажи что-нибудь подписчикам. Я сегодня приехал в коллега, я проспал две пары из двух и приехал в колледж, тогда что такое лето? Это разрядно невозможно. Если я проспал лютого, и он мне приснился, такое ощущение было, что я был у него на паре. Я так 2 раза думал, что-то тебе сразу подумал, и надо ехать, потому что вспомнил. Я вообще забыл, реально, вчера после работы приехал, стул, отрубился и забыл все. Передавай привет всем. Всем привет. Приехал. А ты там не нужен? Олег и Лера нужны. Там можно у кого-то выиграть Тайлера, и Тайлера можно купить. Королевство Севера, он... Все задокументировано, кроме моих слез. Они были. Петличка нужна, нет? На Умбрь пойдешь? Я забыл все слова. Кстати, поклад друга. Артем, ты его знаешь, что показывает? Нет, нет. Вы же не уроки не водите. Это... Шоу, ясно. Подожди, мы показываем, что вот это вот. Да, вот это. Это будет мерцание. Я не знаю, тебе виднее. Я не вижу отсюда. Я пока свет вообще не остаюсь. А у нее в очках свет не отражается? Съемки идут полным ходом. Новая партия ЛДПР. Ну что, друзья, отправляемся в путь. Погнали. Давай нам. Мы семья ПВТ. Хоть я ТТшка, но тогда ПВТТ. ПВТТ, да. Лера, скажи что-нибудь. Что сказать тут можно вообще?
Она мне говорит, да пошла, а меня вот так вот всю, вот так вот всю. Вау. Это типа главная дорога, правильно? Да, и так перевернулись а-ля корзина. Ну, слушай, прикольный тест. Мы идем к вам домой, девчонки. Тайный рум съемки мы снимаем в комнате девочек. Да. Все, я сплю? Да, ну, спи. Мне отыгрывать уже или я что-то такое? Да. А, да. Все. Да. Ну как тут, спонтанно. Все, съемки закончились. Мы идем гулять. The next day. Опа. Флэш, здорово, друг. Что, как оно? Понял. Я понял. Куда мы едем? Убираться в училище. Фай. А потом домой, кстати. Фартовый. Шел второй день съемок дипломного фильма моей подруги. Ну, знакомые с КВНом. Сейчас я иду, направляюсь в школу креативных индустрий. Никогда там не был. Интересно, как там. Погнали. Давайте поговорим. Сидим в ожидании чуда. Я в чем проблема взять гитару здесь? И чего тут? Короче, крутое место. И здесь я буду выступать в качестве гитариста. ШКИ, ну да, конечно. Преподавателям сразу баллы начислят. Это правильно. Это правильно, поддерживаю. С Саньком, кстати. А нормально. Так, 3, 2, 1. Сегодня я на лекции Кикова Олега Станиславского Иванова. Саша Альшанцев. Он зовет актерские курсы. Вот так, посмотри, друг. Не высоко, это как подаяние просто. Мы с Лерой потратили 10 тысяч на билет за одну на эту лекцию. Я записываю все в телефоне. Мы не великими актрисами. Да, хорошо. Нормально. А меня вот так вот все. Вот так вот все. Сейчас видишь, ну. Это главная фанатка, и тут он. Какой типа? Нет, мой любимый голосок. Это нормально, я сейчас короткий пример привожу. А ты в таком типа в шоковом шоке? Все, съемки закончились. Я официально еду к себе домой. На чиле. Ну, короче, все нормально. Мне понравилось. Есть какие-то прикольные штукенцы, новые для себя, которые посмотрел, открыл. Знаете, друзья, иду сейчас по улице и понимаю, как я люблю жизнь и просто жить. Какой это кайф. Казалось бы, банальщина. Ну, как говорится, все гениальное просто, и в этой простоте и есть. Это превосходство, это уникальность. Цените жизнь, цените свое здоровье, здоровые дни. Все это цените, наслаждайтесь. А остальное все будет по наитию. Главное идти. Большинство людей не ценят, что у них есть две руки, две ноги. Для них это в основе своей уже примитивно, заезжено. Я же считаю, что в этом и есть вся прелесть. Когда ты не погружаешься в эту суету бытия изо дня в день одно и то же, а смотришь на это как на еще один день. Либо, знаете, такое определение, либо еще один день, либо день номер один. Определяете вы, решаете вы. Так что для меня это еще один день номер один. Кайфовая тарелка. Алло,
боже мой! Выходим, 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 выходим.